Ну что же, настало время снимать на моем канале нечто другое. Нечто что-то про ящерок. Я надеюсь, эта тема зайдет, так как мне не хочется терять мой канал. У нас тут есть инкубатор, соответственно, там яйца ящерок. Вот, и пора засаживать на размножение снова. Прошло уже достаточно нормально времени, и самка у нас опять хочет спариваться. К примеру, уже таких видео полно, как понять, что облифар у нас хочет, не хочет. Это видно вот здесь, это овуляция. Ну, эта самочка еще очень молодая для спаривания, так что она будет готова только в следующем сезоне, это через год. Итак, сейчас мы будем подсаживать к нашему мальчику. Ему уже 3 года, это рабочий самец, он знает свое дело. Ну и посмотрим, что как у них будет. Самочка маленькая по сравнению с самцом. Самец у меня очень-очень крупный. Многие его путают с иранским облифаром, но нет. Вот. Соответственно, самец заинтересован. Но если самке что-то не понравится, она может его куснуть, соответственно, это будет отказ. Ухаживает. Нюхает, думает, кто это. Начинает трещать хвостом. Соответственно, заигрывает самочкой, что смотри, я красавец. Ну, вы весь кольца рассыпите сейчас, ребята. Это у нас эклипсы, не энигмы, не путайте. Энигм я не размножаю, так как мне это не надо, это очень опасно. Самочка, конечно, худенькая, но она нормально жрет. Просто сейчас она отказывается из-за того, что сейчас сезон спаривания начинается. Так что вот. Самец у нас был в спячке, самец вообще активный насчет этого. Тоже жрать стал отказываться. Так что оставляем их на ночь и посмотрим, что получится. Ну а если вам было интересно данное видео, формат, ставьте лайки, пишите комментарии. А на этом все. Всем пока-пока. До новых встреч.